Всем привет, дорогие друзья, с вами Мошт, и мы сегодня делаем обзор в игрушке Dead by Daylight на деревенщину по имени Хилли Билли. Это тот самый изуродованный парень, который вы видите на экране у вас, вооруженный своим молоточком. И также у него есть кровавая, ужасная бензопила, которой он может, ребята, с одного удара положить человека, видите? Вы очень быстро разгоняетесь, и при попадании ваншотаете человека, он падает на землю. У меня стоит перк, который выпускает кровь, и выжившему сложнее вылечиться. Так, слегка увеличивает скорость поворота, вот. С бензопилой я бегу слишком быстро, мне тяжело поворачиваться, а сапоги с шипами помогут мне в этом. И немного снижает шум от пилы, в принципе бесполезно, но можно. Костюмы на Хилли Билли. Ох, вот это костюмчики. Пугало. Ковбойская жилетка и шляпа. Это шкаф Томпсона, да? Я возьму себе пугало и штаны такие же. И молоточка себе, ребята, докуплю. Вот такой вот возьму себе молоток. Реально прикольно выглядит, смотрите. Все, начинаем катку. Точнее, создаем лобби. Так, игра у нас сейчас прогрузится, создаст первое лобби, потому что я только-только зашел. Такое бывает. Во. Все заработало, идет снежок, кстати, вы можете заметить. Очень милая атмосфера. Так, в храме у нас есть что-нибудь? Обновляйся, поганый храм. Мне нужно посмотреть. Храм, блин. Храм! Ребята, храм... А, вот, храм заработал. Лидер стойкий. Это у нас деревенщина навык. Нет, все бесполезно. Так. Тогда ждем, пока все подсоединятся. Начинаем катку. А вот и Кротус Прейн. Буйное отделение. Сейчас мы будем кромсать. Видите, у меня написано М2. Использовать бензопилу. Что ж, ищем свиней. И давайте смотреть за воронами. Так, я микрофончик подальше отставлю, чтобы, не дай бог. Привет! Ой, а почему я не сломал бензопилой? Я... Бензопила же, ребят, ломает. Бензопила должна ломать все доски. Ага, я хотел... Привет! Как у тебя дела, маленькая? А я тут. Да. Уходишь от меня, да? Уходишь от меня, хорошо. Беги, пока можешь. Вот так, давай. Вот так. Она убегает дальше, она пытается подставить своих друзей, смотрите. Вот так вот. Сразу же положили одну. И понесем ее на ближайший крючок, вот сюда. Получается, что темненькая подставила Мэгги. И Мэгги сейчас злая. Мэгги злится и проклинает, наверное, своего друга по команде. Она просто ненавидит, наверное. Хорошо. Я слышу, как кто-то лечится. Долечилась! И сейчас она вылечит, там, скорее всего, одна сейчас вылечит другую, но я отнесу Мэкси снова на крюк. Пойдем. О, смотрите, лечит ее, лечит, смотрите-ка. Они там две подружки. Сорванушки. Трое лежат, ребята. Ребята, трое просто легли. Это, ребят, что-то нечто какое-то. Всего лишь один генератор пока что починен, а я уже положил трех. Два из которых висят на крючке. Что, никто не помогает тебе? Он у него соплюхи из... А, это свет. За престиж, который дается. Я понял. Что, пытаешься спрыгнуть? Давай, пытайся. Вдруг повезет тебе. Ей помогли. Привет.
Вот это я сейчас по нему знатно попал. Там с крюка, надеюсь, всех сейчас снимут, нет? Я дам им шанс побольше повыживать маленьким этим поросятам. Ее не сняли с крюка, серьезно? Неужели на нее забили? На нее забили, ребята. Просто положили на нее. На что? Ну теперь ты повиси. Твои друзья где-то здесь. Они не ушли далеко. Ты спас ее, и совесть заставит ее же вернуться к тебе. Почему-то девушка стала раненой, ребята. Хорошо. Ты здесь прячешься? Нет. Это весьма странно. Почему никто не помогает ему? Ой! У нас тут следы, смотрите-ка. Кто-то маленький тут наследил. Ай-яй-яй! Промахнулся. Он сейчас кинет доски, смотрите. Привет. Ой-ой-ой! Ну хорошо, беги. Где он? Уходит в другую сторону, смотрите-ка. Он думает, что я его не заметил. Лежать. Пойдем на крюк. Ты что-то с него слишком быстро слез. Там он впереди уже, ребят, видите, следы. Уже кто-то подбегает. Это означает, что ему очень быстро помогут. Поэтому сейчас мы сразу делаем не то, что мы уходим. А он умер. А это значит, что жертва где-то здесь. И жертва... должна быть найдена. Ладно, пока сломаем доски. Ну и все. Я им дал очень много шансов за эту катку. А они... Какая наглая, смотрите, она до последнего пыталась починить генератор. Просто до последнего боролась, смотрите какая, бежит в дом. Бежит в дом она. Она здесь. Она... Тихо, а тут кто у нас? Шкафу, может быть? Нет. Это слишком банально. Наверное, она вернулась в дом. Наверху никого. А тут следы, ребята. Давайте-ка сходим за ней. Не багуйся, игра. Где же ты? Мэгги. Она же была здесь, ребята. Так, наверху кто-то есть. Наверху кто-то есть. Так, сломай сейчас доски. Она сама спалила себя! Она сама себя спалила, ребята! Черт возьми! Там генератор почти дочинили, надо поймать ее. Пытается свалить, смотрите. Привет! Да что ж такое-то, почему лагает? Точнее не лагает, а я криво пытаюсь попасть.
Вот так. Будешь знать. Так, починили уже два генератора. Там кто-то прячется, по-моему. Нет? Нет. Привет. Добро пожаловать на крюк. И вон еще одна жертва. У генераторов. Да? Нет. Теперь он будет искать люк. А возможно, уже нашел. Да, он в доме, ребята. Я видел ее. Я видел тебя! Лежать. Тут главное, ребята, попадать по ним. Тут главное попадать. Давай на ближайший крючонок тебя насадим, и ты будешь умирать дальше. Привет. И пока. Вот так вот ребята наказывают. Вот так. Очень простая катка, ребята. Очень простая, очень быстрая и очень легкая. Неплохо. Очень хорошо вкачали. Там кто-то что-то написал мне. Надо будет посмотреть, что он там, агрится, может быть, на меня или нет. Может быть, он себя не спортивно повел. Ну, ребята, вот такой вот был обзор. Мы посмотрели то, что у нас может Хилибили, наш деревенщина с бензопилой. И может он многое, как вы заметили. Даже слишком много он может. Мне он очень нравится, как маньяк, на самом-то деле. Но если вам он понравился, или просто понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на паблик ВКонтакте, побольше комментируйте. А с вами был Мошт, и всем до встречи, всем пока.